подает Виктория Азаренко. Причем подает очень неплохо по линии, что позволяет ей выйти к сетке. И вот... И третий. С ветерком она прокатывается по первому гейму. Интересно, удастся ли Янкович хоть одно очко взять? Удается. Очень хорошо играли долго. 2,5 часа, около того. Янкович второй мяч отправляет несколько тише и дает возможность Азаренко завязать игру. Обмен ударами на задней линии. Хорошо, глубоко играет Янкович. Попадая в самую линию, выходит в сетки. Ну и 30-0. Рисковала в определенном. Хороша подача. И мягкий очень заброс. Но Янкович, ты успела к сетке. Мягкий. В атаке Азаренко. И... Снова хороший ответ, снова мяч на хавкорте, возможность для атаки у Виктории. С лета играет Азаренко и 2-2. Отбивается Янкович. Азаренко атакует. Такой обводящий удар. По трезимой дуге мяч полетел. Оказалось уже все. Может быть, несколько сантиметровый коридор. Она пробует разные варианты. Наращивать преимущество возможной нет необходимости. Но смотрите, опять примерно пересек сетку. Убивает соперницу с корта Янкович. Фактически лишает ее возможность наносить акцентированные сильные удары. А вот сейчас пойдет поинтересней. Здорово сыграла. Да. Резко увеличился. Удар из лёта играет Янкович. Тем не менее, сложнейший. Мощно ответ. Очень много бегать приходится в розыгрыше. Соответственно, активно выигранные удары. Тоже небольшое преимущество у нее. Повезло. Счет равный. Пока ощущение, что Азаренко больше берет силой, а Янкович интеллектом. А это вы видите, как в среднем посылают мяч над сеткой спортсменки. Техника у Янкович потрясающая. Да, и Азаренко ошибается. И под сетку бросает мяч Азаренко. Выигрывает эти очки. Да,
И счет раз. Да, и здесь очень сложно будет, конечно, Янкович. Все. У Азаренки больше активно выигранных мячей, что тоже важно. Ну, здесь без вариантов. Еле цепляет мяч Янкович. И один матч был отыгран. И с лучшим процентом. Наконец-таки подала с первого мяча Янкович. И ошибается Виктория Азаренко. Янкович выходит вперед. Первая партия остается за ней. 6-4. Ошибется первый. Никто не ошибся. Хороший. Отличный прием. И которая большую часть этих брейкпоинтов сумела все-таки отыграть. Здорово. Счет равный. Авантаж. Иду Джейс. Янкович. Причем такой вполне плоский удар у него получился. 30-0. Остается лишь констатировать. Решил так дело не оставлять Виктория Азаренко. Отвечает, отвечает таки Янкович. И... мощный размашисто старается играть. Азаренко ей помогает. Ничего не гарантирует. Хорошо очень Янкович ответила, и все в ее руках, и она выигрывает. Выигрывает. О, ну и там подача еще, ко всему прочему. Сюда тоже надо прибавить. 25 очков подарила соперница. Ну не очков, а... О, Янкович с трудом достает. А здесь уже даже не... Нет, тут не добежать. Блестяще сыграно. Азаренко сильнее заиграла. Гораздо сильнее, но опять укороченный. Совершенно не тот, который должен был бы... Все четко. Снова счет рад. Больше. Ну, я считаю. Эмоции, красивого тенниса. Ну и все. Несколько раз. Свечка Янкович, и попадает она в площадку. Очень хорош.
ответ Янкович. Инициатива за ней. Но вот это то, что... Ой-ой-ой. Попадает Виктория. Еще одна свечка, но как... Ну вот на этот раз Елена Янкович. После четырех поражений подряд Елена Янкович побеждает Викторию Азаренко и создает себе неплохой плацдарм для того, чтобы выйти в полуфинал. Статистика Азаренко 1-1, Янкович 1-0. Ну и еще в деле, конечно же, на Ли, у которой победа и нет поражений.